Привет, друзья! Вы на канале Аппетиссимо. И сегодня у нас греческий сыр Гравьер. В этой стране он занимает второе место по популярности после феты. Греческая гравьера – это твердый сыр, который часто сравнивают с грюйером. И самая первая в Греции гравьера была произведена по технологии швейцарского грюйера, но только с одним отличием – коровье молоко было заменено на смесь овечьего и козьего. После этого технология менялась, и в отдельных регионах стали использовать коровье молоко. Современные гравьеры немного отошли от своего швейцарского прототипа и от региона к региону Греции имеют небольшие отличия. Пройдемся по реологическим свойствам сыра. В зависимости от региона используются разные виды молока, чаще всего это смесь овечьего и козьего. Также делают гравьеры только из коровьего молока, либо только из козьего, и смеси всех трех видов – овечьего, козьего и коровьего. Рисунок сыра зависит от внесенных культур и способа формования. Допускается слепой срез, немногочисленные глазки, либо чуть более крупный, формируемый в результате спонтанного или контролируемого пропионного кислого брожения. Текстура плотная, более эластична на раннем этапе созревания. В зависимости от типа молока и внесенной микрофлоры, во вкус ароматики встречаются сливочные, сладковатые и островато-пикантные нотки. Среди особенностей технологии – возможное использование пропионово-кислых бактерий, которые вносят свой вклад во вкус и ароматику и рисунок сыра. Минимальный срок созревания сыра Гравьера – от 3 месяцев. Целевой pH – 5-4-5-6. Для тех, кто работает с pH-метром, дают целевые значения pH на разных этапах. Большое значение имеет нормализация молока. Соотношение жира к белку для сыра Гравьера от 1 до 1,5. Для козьего молока значение чуть выше, до 1,2, что связано с большими потерями жира во время обработки зерна. Начнем с приоритетного этапа – пастеризации молока. Подогреваем до 68 градусов, выдерживаем 10 минут и резко охлаждаем до температуры внесения заквасочной культуры. И сразу восполняем минеральный баланс в молоке, используя хлористый кальций. Предварительно растворяем в небольшом количестве воды и вносим в молоко, температура которого не должна превышать 40 градусов. Иначе есть риск спонтанной коагуляции молока с образованием хлопьев. Даю вам норму внесения хлористого кальция в сухом и жидком виде при его разном процентном содержании. Если возникали проблемы с коагуляцией на вашем молоке, данное значение можно увеличивать в 2 раза до верхней границы нормы, без риска образования горечи. Переходим к выбору заквасочных культур. Специфично для сыра Гравьера микрофлора традиционно включала термофильный состав. Термофильный стрептококк, болгарскую палочку и хельветикус. Но это не исключало возможность добавления мезофильных культур. И так как исторически в сыре Гравьера наблюдалось спонтанное пропионного кислоображение ввиду использования сырого молока, добавление пропионного кислых бактерий здесь не обязательно, но не исключается. И в большей степени не в целях создания рисунка сыра, а для специфичного вкусоароматического профиля, выраженных сладковатых оттенков и тонких фруктовых ароматов. Таким образом, спонтанное пропионного кислоображение за счет внесенных культур в современной технологии менялось на контролируемое. У нас нет задачи получить большие глазки, как в маздаме или ментале. Незначительное развитие пропионово-кислых бактерий – это только небольшой вклад во вкус и ароматику гравьера, и специфичный сладковатый оттенок здесь не должен доминировать. Дозировка пропионово-кислых бактерий здесь минимальная, по нижней границе нормы. Если в спецификации культуры указана единая дозировка, нет рекомендаций для отдельных сыров – 70% норм. Для маленьких головок до 2 кг, ввиду особенностей их созревания, дозировки немного выше, по среднему значению рекомендуемой нормы, а при указании единой дозировки – до 100% нормы. Можно выбрать из этих культур. Также выпускаются пропионово-кислые бактерии, которые не меняют рисунок сыра, но при этом создают типичную вкус-ароматику. При внесении пропионово-кислых бактерий особенно важно обеспечить правильные условия для их развития. Поскольку у нас высокая температура второго нагрева до 52 градусов, очень важно выбирать штаммы с толерантностью к высоким температурам. Не все культуры обладают термоустойчивостью. Например, компания MicroMilk предупреждает о том, что максимальная температура нагрева не должна превышать 40 градусов, выпуская свои пропионово-кислые бактерии для сыров с низкой температурой нагрева. Поэтому внимательно изучайте спецификацию. Также обращайте внимание на срок годности, выбирая максимально свежие культуры. Еще один важный фактор – это пластичность сырного теста. В сыре с короткой крошливой структурой пропионово-кислые бактерии не смогут создать правильные глазки, и это часто приводит к трещинам. Пластичность сырного теста достигается за счет правильной кислотности во всех контрольных точках, поэтому важно выбирать свежее молоко,
и специфичной для этого сыра культуры. Также пластичность сырного теста достигается за счет правильного протеолиза, и в нем не последнюю роль играет культура хельветикуса, а также за счет правильных температур созревания. Стоит учитывать факторы, которые просто ингибируют развитие пропионово-кислых бактерий. Это соль и высокая кислотность. Поэтому мы должны сократить общее время посола и не опуститься ниже pH 5-4. Что касается основной культуры, то здесь выбор достаточно широкий. Вот примеры культур, в состав которых входят все специфичные виды бактерий для гравьеры. Будьте внимательны с выбором культур. Культуры для вытяжных сыров, которые имеют аналогичный бактериальный состав, нам не подойдут из-за их быстрого кислотообразования. Болгарская палочка обладает высокой кислотообразующей способностью. Если у вас нет культуры, где она входит в состав, ее использование не обязательно. Будет достаточно термофильного стрептококка и хельветикуса. Вот примеры таких культур. Если дополнительно планируете вносить культуру болгарской палочки, будьте аккуратны в дозировке. Берите не более 30-40% норм. Также можно использовать монокультуры, создавая сочетание с полноценным и специфичным для сыра гравьера составом бактерий, при этом сокращая их рекомендуемую норму внесения, чтобы общая кислотообразующая способность не выходила за рамки техпроцесса. Отдельно берем термофильный стрептококк 60-70% норм, хельветикус до 100% нормы, поскольку мы берем штаммы с преобладанием ароматообразующей и протолитической функции, и болгарскую палочку 30% норм. Вносим культуру в молоко при оптимальной температуре ее работы. Для термофильного состава это 37-38 градусов. При использовании мезотермофильной культуры, а также в случае внесения пропионово-кислых бактерий, 32-33 градуса. Рассыпаем по поверхности молока, ждем 2-3 минуты до впитывания влаги и распределяем по всему объему. Накрываем крышкой и оставляем на активацию на 40-60 минут. Для сыра гравьера нам нужно получить достаточно мягкий сгусток, который будет отличаться от сгустка на полутвердые сыры. Поэтому точка флокуляции здесь длиннее от 20 до 23 минут. Мультипликатор флокуляции 1,3. Таким образом, в зависимости от точки флокуляции, общее время коагуляции будет в диапазоне от 26 до 30 минут. Как видите, отличие от сгустка на полутвердые сыры в том, что мы удлиняем точку флокуляции и при этом сокращаем общее время коагуляции, то есть уплотнение сгустка. Цель – получить достаточно нежный сгусток и оптимальную площадь зерна при нарезке, чтобы процесс его обработки шел правильно, и на выходе мы получили оптимальную влажность. Зерно будет еще уплотняться во время нарезки, которая идет в два этапа. После времени активизации культуры вносим молокосвертывающий фермент, подогрев молоком до оптимальной температуры его работы, обычно в диапазоне от 32 до 36 градусов. Смотрите рекомендации производителя. Фермент растворяем в воде, пропорции не менее 1 к 10, и сразу же без паузы вносим молоко, тщательно распределяя по всему объему. Будьте внимательны, дозировка фермента для этого сыра немного ниже, чтобы выйти на точку флокуляции 20-23 минуты. О том, как рассчитать норму внесения фермента для достижения заданной точки флокуляции, смотрите на канале отдельное видео под названием «Сычужная проба молока». В целом, такая точка флокуляции достигается за счет снижения вашей стандартной дозировки фермента на 25-30%. Останавливаем молоко шумовкой, засекаем время и ждем первичного схватывания сгустка. Обдаем кипятком легкую пластиковую крышку и кладем на поверхность молока. По мере гелеобразования ее движения будут ограничиваться. Как только вращательные движения станут ограниченными, крышка зафиксируется, смотрим на часы и определяем точку флокуляции. Сегодня у меня 22 минуты. Накрываем крышкой и переходим к расчету времени разрезания сгустка. Определяем время от внесения фермента до остановки крышечки. Сегодня 22 минуты. Это количество минут умножаем на мультипликатор флокуляции 1,3 и получаем время от внесения фермента до разрезания сгустка. Посмотрим на моем примере. Я внесла фермент 10 часов. Точка флокуляции составила 22 минуты. Это количество минут я умножила на мультипликатор 1,3. Округляем и получаем 29 минут. Это время от внесения фермента до разрезания сгустка. Значит, сгусток я должна разрезать в 10:29. На часах 29 минут проверяем готовность сгустка. Обратите внимание, на таком мягком сгустке не нужно ждать идеально чистого отделения, абсолютно ровного глянцевого края и сыворотки типичного желтого цвета, как при коагуляции на полутвердые сыры. Допустимо, когда на ноже остаются небольшие фрагменты сгустка. Переходим к разрезанию сгустка. Нам нужно получить зерно размером от 4 до 5 мм. Нарезку делаем в два этапа.
Сначала разрезаем вертикаль с шагом 1,5-2 см, а потом будем дорезать венчиком. Пока идет нарезка, зерно немного уплотняется. Делаем паузу в течение 5 минут и переходим к разрезанию по горизонталь. Шаг тот же, 1,5-2 см. За счет более мягкого колье нарезка зерна идет легче, меньше сопротивления при нарезке, а значит и меньше потерь в виде сырной пыли. О правильной нарезке зерна по горизонтали на канале есть отдельное видео, советую посмотреть. Делаем паузу в течение 2 минут и начинаем нарезку венчиком. Прокручивающими движениями сверху вниз проходим венчиком по всему объему. Пока сгусток еще очень мягкий, меньше потери в виде сырной пыли. Поскольку зерно у нас очень мелкое, мы не делаем традиционный первый промес, а сразу после 2-минутной паузы переходим к первому этапу постановки зерна. Начинаем медленное и деликатное вымешивание, и в это время идет стабилизация грани зерна, образование тончайшей защитной оболочки. Данный этап длится 15-20 минут. Через 15 минут зерно уже более стабильное, и мы переходим к следующему этапу – вымешиванию с нагревом. Целевая температура 50-52 градуса. Скорость нагрева не более 1 градуса в минуту. Начинайте с более низкой, 0,5 градуса в минуту. Доходите до отметки 40-42 градуса и повышайте скорость нагрева до 1 градуса в минуту. Общее время нагрева и работы с зерном на этом этапе 30 минут. Скорость вымешивания также меняется. Начинаем с более низкой и с повышением температуры переходим к более высокой. По мере повышения температуры меняются свойства зерна, улучшается его клейкость и упругость и ускоряется синерезис. Температура достигла 52 градусов. Чтобы не пересушить зерно, вы можете остановиться на 50 градусах, если зерно уже близко к готовности. Особенно это актуально для козьего молока, где процесс обсушки идет немного быстрее. Переходим к следующему этапу – финальной обработке зерна. В среднем она занимает от 10 до 20 минут. При этом в приоритете у нас всегда готовность зерна, а не время или показания pH-метра. Поддерживаем ту же температуру и вымешиваем зерно до готовности. В то же время зерно не должно быть пересушенным. Пересушенное зерно теряет свою клейкость, что затрудняет формирование головки и ее закрытие во время прессования. Поэтому при необходимости на своем молоке можно смело сокращать время работы с зерном. Готовое зерно очень мелкое, от 2 до 3 мм. Показываю крупным планом. Можно взять зубочистку и посмотреть, как зерно сохраняет свою упругость. Переходим к следующему этапу – подпрессовки под сывороткой. Это поможет создать правильный рисунок сыра. Собираем зерно в единую массу по размеру формы. Если вы не вносите пропионово-кислые бактерии и для вас допустимы механические глазки, можно пропустить этап предварительного прессования под сывороткой и сразу переходить к прямой выкладке в форму. Кладу крышку от формы и небольшой груз – от половины до 1 веса головки. Оставляю на 15-20 минут. Если пропионово-кислые бактерии вносились, и вы проигнорируете этап предварительного прессования, газообразование в результате работы пропионово-кислых бактерий просто перераспределится по всей площади механических глазков. Будет так называемый порог 1000 глазков, и, конечно, вы не получите правильный рисунок сыра. Через 20 минут захватываю головку тканью, перекладываю сформировавшийся пласт в форму, предварительно обрабатываем ее в кипятке и охлаждаем до температуры зерна. То же самое делаем и с салфеткой. Очень важно, чтобы она была влажной и соответствовала температуре зерна, иначе могут возникать проблемы с закрытием головки и прилипанием ее к сухой салфетке. Вставляем крышку от формы, чтобы зерно не остывало. При охлаждении зерно теряет свою клейкость, поэтому головка может получиться незакрытой. Оставляем головку на самопрессование на 20 минут с одним переворотом на середине этого времени. После этого делаем еще один переворот и переходим к прессованию с весом. Хорошо подтягиваем концы, чтобы на головке не оставались заломы. Важно использовать правильную салфетку, и для этого лучше всего подойдет ткань стрейч-сетка. Выбирайте одну из схем прессования, получасовую, начиная с однократного веса головки, либо почасовую, начиная с двукратного веса. Не забываем делать перепрессовки с последующим увеличением веса. Температура прессования 22-26 градусов. Прессование длится до закрытия головки и достижения целевого pH 5-4-5-6. Без pH-метра прессование идет по времени, старайтесь уложиться в 2,5-3 часа. Если в течение 3 часов головка уже закрылась, но кислотность еще не набрана, убираем сыр из-под пресса, не вынимая его из формы, чтобы температура не понижалась, и оставляем до набора нужной кислотности. Далее переходим к посолу и обязательно взвешиваем головку. Вес сыра 1426 грамм.
Время посола будет зависеть от внесенных культур. Если добавляли пропионово-кислые бактерии, которые, как мы знаем, не толерантны к соли, время посола минимальное – 35 минут на каждые 100 грамм. Если пропионовые бактерии не вносились, оптимальное время – 60 минут на каждые 100 грамм сыра. Температура рассола – 12-14 градусов, при концентрации соли – не менее 18%. Вот пример определения времени посола для моего сыра. Затем идет этап обсушки до образования стабильной корочки желтоватого оттенка. В зависимости от влажности и воздухообмена, обсушка занимает от 2-3 дней до 2 недель. Температура обсушки 10-12 градусов. Комнатная температура исключается. После этого можно нанести покрытие или, если позволяет влажность, оставить на созревание в натуральной корке, но с ежедневным уходом. Оптимальный срок созревания сыра Гравьера от 3 до 6 месяцев. Созревание может продолжаться до 12 месяцев. Созревание идет при повышенной температуре и влажности в диапазоне от 14 до 16 градусов и влажности 85-90%. Также иногда применяется поэтапное созревание Гравьер, особенно в случае использования пропионово-кислых бактерий, что позволяет лучше контролировать процессы ферментации. На первом этапе созревания в течение первых 2-3 недель температура 12-14 градусов с влажностью 85-90%. Второй этап созревания длится в течение 1 месяца при той же влажности и температуре 16-18 градусов. И далее температура снова понижается до 12-14 градусов. Не нарушайте температурные диапазоны. Лучше выходить на нижние температурные границы, чем превышать максимальные температуры. Минимально допустимая температура созревания сыра Гравьер – 12 градусов. Я сделала две Гравьеры с внесенными пропионово-кислыми бактериями и с чистым слепым срезом. Оставляю вас один на один с видео. Увидимся на канале Аппетиссимо.